Всем привет, вы на канале ЛПС Няшка Дианева, и сегодня с вами я, Агата, и еще Вера Ви. Ну, точнее, просто Вера. Поздоровайся хоть что ли. Привет! И, в общем, сегодня у нас тег Я Няшка. И мне передала этот тег Афико Хан. И теги я передаю. Star Butterfly, Electrica Snape, Very V. Ура! Ну, и если вы хотите от меня еще тег, то пишите в комментариях. Я вам обязательно передам. А сейчас я расскажу о 1 сентября. Извините, что я вас не поздравила. Просто у меня были дела, и я не успевала снимать просто видео. И поэтому поздравляю всех с прошедшим 1 сентября. Желаю вам удачи и всего самого хорошего, хороших оценок, потому что если будете плохо учиться, это хорошим не закончится. В общем, желаю я вам успехов, ну и всего доброго. И еще я расскажу прикол о моем хомяке полосатике. Это случилось сегодня. В общем, я такая захожу в свою комнату и увидела то, что он... Там была миска с водой, она была с водой уже. И он сидел в этой миске с водой, и у него попа мокрая была. И в общем, я вообще была в шоке. Как так? Я думала, что он боится воды, но оказывается, что он вообще ее не боится. Поэтому вот. Ну, у него уже она высохла. Да и все хорошо. Ну и на этом все. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. И подписывайтесь на канал Вера Ви. Да. И всем пока! Пока!